Футбольный клуб «Кызылжар» провел свой третий матч в рамках Лиги конференции УЕФА. В этот раз во время выездного матча наши футболисты сразились с кипрским клубом «АПОЭЛ». К сожалению, вырвать у соперников победу нашим спортсменам не удалось. Футбольный клуб «Кызылжар» проиграл со счетом 1-0. Ответная встреча между командами состоится 11 августа в Нур-Султане. На матч, который начнется в 19:30, сверхказахстанские болельщики смогут бесплатно приехать на специальном автобусе. Его выделит руководство местного клуба.